Как же ее с нетерпением ждут под Новый год дети. Пышная, зеленая, ароматная елка – главный символ новогодних праздников. Как же приятно собраться всей семьей и нарядить ее игрушками, гирляндами и мишурой. В преддверии волшебного праздника активисты гражданского дозора подарили 10 малоимущим семьям елки, чтобы и в их квартирах воцарила волшебная атмосфера Нового года. Активисты гражданского дозора поздравили жителей с наступающим Новым годом, подарив главный символ этого праздника – новогоднюю елку. Еле в квартирах семей не появились бы без помощи руководителя Балаковского лесхоза Максима Милкина. Благодаря ему и активистам малоимущие семьи обрели новогоднее настроение. Дверь открывается, и на лицах приятное удивление. При виде елки у детей загорались глаза, а также появлялась улыбка. И не успев получить зеленую красавицу, они уже спешили ее нарядить. Активисты это предусмотрели, закупив и вручив семьям елочные украшения. У каждой из этих семей своя жизненная ситуация, и всем им нужна поддержка. Слезы на глазах при встрече волонтеров – это по-настоящему искренняя благодарность за помощь, такую важную и нужную для них. И кто-то может подумать, что елка – это такая мелочь, но на самом деле приятный долгожданный подарок, который будет радовать собой все новогодние праздники.